Смотрите, макер какой-то умру, мне там и выживание играем. Короче, дорогие друзья, всем привет. В общем, у меня выключился с микрофон. Мы, типа, как будто бы серию не записываем. Я Мас сказал, типа, мы не записываем серию. На самом деле, я опять ее буду троллить. Вам же все нравятся данные серии. Я с вас лайка просить не буду. Давайте на этом видео поставим один лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы Маня узнала. И знаете что? Вопросичек дня. Какой вы моб? Смотрите, мы ее будем сегодня троллить новыми мобами. Я, короче, превращусь вот в такого орка. Прикиньте, как она офигеет, когда увидит. А потом я еще, короче, превращусь, знаете, в кого? Вот в так... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где она? Меня что, телепортнуло, что ли? А вон она уже почти, смотрите, дом дорубает. Короче, дорогие друзья, пишите, какой вы моб. Какой вы моб в Майнкрафте. Я сейчас включаю микрофон, подбегаю к Ма. И мы начинаем выживать. Ну как выживать? Начинаем троллить. Ну тихо, друзья. Только максимально тихо. Так, все. Включаем микрофон. Вы же лайк поставили? Да, все. Включаем микрофон. Муа! А, господи, наконец-то пришел. Слушай, я, конечно, не поддерживаю твою идею рубить дом. Ну, слушай, реально, лесов-то больше, как-то падает. Ма, ну а я тебе что говорил? Ма, берешь и все, просто смотри, минус дом, и как будто бы целый лес рубил. Ма, ну как тебе лайфхак? Да, плюс еще вот этот кикамень. Ма, ты смотри, я тебе говорю, дома вообще выгодно. Ма, лес это прошлый век. Рушим дома, короче. Так, погоди, я тебя потише сделаю, что ты разорался. Ма, я люблю орать. О, все, я тебя слышу. Ма, лай-лай. Да все, 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 ладно. Мы это выживаем. Ты что меня топором? Ты вообще норм? Норм? Чайка, Ма. Так, ладно, я пойду, короче, Ма, в ту часть деревни. О, тут шахта прям под... Ма, я пошел в шахту. Ма, я главный... Капец, Майнкрафт нелогичный. Ты видишь, крыша просто ни на чем держится. Вообще ни на чем, на воздухе. Ма, она держится на магической силе. Майнкрафта, да? Ма, да. Кстати, Ма, на этот раз, короче, что? Я сделаю как надо. Вот знаешь, что мне подписчики писали в комментариях? Евген каждый раз заходит в шахту и выходит каждый раз без ресурсов. Поэтому, Ма, в этот раз я накопаю ресурсы. Ма, я пошел. Ладно. Ма. Давай, пожалуйста, я тебе не запрещала. Ма. О! Ма, ну что, подписчики, хоть кого-то он послушает. Я железо, Ма, нашел. Прикинь, Ма. Я железо нашел. Так, выключаю микрофон. Сейчас я затроллим слитками. Включай микрофон. Я золото нашел. В смысле? Я алмазы нашел. Какие нафиг алмазы? Так, я сейчас к тебе приду туда. Ты что, Ма, ну давай, Ма, давай. Какие нафиг алмазы? Ты что, Жень? Ма, ну вот так все рядом было. Ма, спускайся. Ма, давай тогда ты в шахте, я тебя сейчас хватил. Не, да? Погоди, я не вижу ничего. Ма, Мана. На тебе факелы, все, Ма. А что, один? А сколько? Все. Ладно, давай ты тогда будешь в шахте, все, ищи, а я пошел. Капец, а где ты алмазы-то нашел на такой глубине? Что ты мне... Ма, видишь, туда железо есть? Ма, все там есть, давай там мне это не выступай. Все, Ма, я ушел. Выключаю микрофон. Друзья, сейчас ее будем троллить. Смотрите, она побилась. Так, теперь превращаюсь, смотрите, в орка вот такого. Ну-ка. А что? А если он будет... Так, ладно. Что-то страшновато уже на такую глубину-то идти. Жень, если что, поможешь? У меня только... А, кто-то шикнул! Кто-то там стоит зеленый. Блин, Шрек, походу, пришел. Жень! Там что-то Стой, подожди! О, божечки, кошечки, что там заспавнилось? Ма, что ты там орешь? Ты там заспавнилось, что-то очень... А, нет! Не ходи! Уходи! Ма, кому ты там орешь? Ма, что ты там орешь? Ма, что ты паникуешь? Мы видим обход, ребят, в обход. Уходим! Ой, блин, Ма, что ты там орешь, короче? Да блин, да там, я не знаю, где Шрек прижег. Какой Шрек, Ма? Какой еще нафиг Шрек? Ма, что там у тебя происходит? Зеленый этот, с зубами, короче, Шрек. Ма, Шрека в Майнкрафте нету. Ну я же вижу его, зеленый тролль или как они там называются. Ма, какой еще нафиг тролль? Ма, ты меня троллишь, что ли? Ма, ты троллишь меня, что ли? Не смешно, там реально был тролль. Ну не этот, который тролло, а тот, который типа зеленый. Мо. Я, конечно, Ма, все понимаю там. И? Ты придешь мне помогать? Меня сожрут, понимаешь?
Маша, что там? Летающая пупу. Иди на... Маш, что ты там опять орешь? Летающая попу! Ма, какая летающая попу вообще? Ну, кикеха. Пупу. Мот, я ее теперь так буду называть. Да подожди, попу! Фиолетовая такая. Маш, что там? У тебя каждый раз, мадам, какие-то вообще неприятности. Маш, что ты из-за этого? Можешь прийти? Ты приди, ты посмотри, ты сам убедишься, что тут вообще небезопасно одной ходить. Ма, все отлично. На меня еще кто-то шипит, и меня отравили, Змея! Ма, там твоя подруга подколотная. Там змеюга, там змея. Ма, ну ты змея, конечно. Ма... Где выход-то из шахты, Жень? Я выход потеряла, вообще пипец какой-то. Ма, значит... Надеюсь, это выход. О, да, это выход, это выход. А что, ночь? Ох, я не пойду никуда. А, стоп! Подружание. Нет, давай без этого сейчас. У меня всего 3 сердечка, и у меня мало мяса. Поэтому... Ползи отсюда, кыш. Ты где там? Ушла, по-моему. Жень, ты где? Ма, я сейчас прибегу, короче. Ма, я бегу. Приди, пожалуйста. Ма, я уже бегу. Ма, ты где? А, блинский. Ма, ты что там сирейкаешь? Темно, потому что ты тут белый такой ходишь, как привидение какое-то. Ма, о, там крипер. Ма, пошли быстрее в дом. Ма, смотри. Да, классно, жители в доме спрятались, а что нет? Ма, они полной безопасности. Два фермера. Интересно, реально их могут достать или нет? Ма, конечно, могут, ма, они же... Ну они же пошли, они же спрятались. Ма, пошли в кузницу. Ой, они что, тупые? Ма, они что-то, да. Ма, они что-то, да. Ты бросаешь. Ма, ну-ка. О-о-о! Что там? Железные ботинки, ма. Вот мне их дай. У тебя этот есть. Я тебе меч дам, смотри, ма. Сможешь обороняться, ма. Меня вообще как видишь, нормально? Ма, ну да, ты как меня видишь. Нормально. Ну, у меня как бы нет ни бота, ни штанов, ни шлемака. Можно как-то это исправить? Ма, я думаю, можно. В следующей жизни. Ладно, да, ма, давай выживать. Так, все. Ой, ма, там, давай. Ты, короче, иди в кузницу, ма, сиди, раз тебя тут обижают. А зачем мне там сидеть? Типа ночь переживать? Ма, ночь переживай, короче, все, ма. Переживай там, сиди, и все, давай. Если ты откопытишься... Ух ты же, голем тут воюет. Если ты откопытишься, я тебя спасать не пойду. Ма, я, короче, это все. Ма, я сейчас приду. Так, выключаю микрофон, друзья. Нам теперь пришло время... Ее как-нибудь за... О, смотрите, типа житель новой формы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-лай. Ой, ой. О. Маш, что там у тебя опять такое? Я не знаю. Ну, какой-то житель очень уродливый. Пришел ко мне. Я ухожу отсюда. Текаю в башню, короче. Я здесь еще в башне в соседней. Ма, ничего себе. Жень. Ты чё? Подожди, можешь не молчать, пожалуйста? Мне так-то страшно. Ма, чё тебе там страшно? Ма, что там у тебя? Вампир! Ма, вампир? Эдвард Каллен пришёл ко мне, превратился в мышь и улетел. Ма, как это вообще возможно? Эдвард Каллен, давай, ты там ещё оборотень, давай, приди ко мне, ну. Настоящие сумерки получают. Иди отсюда! Иди как-то... Это нормально, что вампир превратился в мышь, а потом превратился в какого-то другого чувачка? Это реально нормально? Ма, что там у тебя происходит? А! Ма, что там ты кричишь? Ма, да ты приди и посмотри, что происходит в этом мире. Чудно, ма, что странно, там? Ма, что непонятно. Там? Что-то темное упало с крыши со светящимся чем-то там. Ма, что там? Ма, я тебе советую... Ой, ма, я, кажется, знаю, что это. Что? Что это? Что это? Ма. Ма. Ма, ты что там кекнула? Ма, что ты боишься? Я сейчас придумаю и разберусь, ма. Потому что штука подходит ко мне сзади. Житель, подвинься, иди нафиг отсюда, слезь с кровати. Я тебя сейчас... Иди отсюда, как его? Чего он не... Не могу его с кровати спихнуть. Ма, кого там пихаешь? Я пытаюсь жителя с кровати спихнуть. Ма, что там происходит? Я не буду убираться вообще, ты знаешь, можешь прийти тут как бы сова. Иди отсюда! Ма, что там вообще происходит? Она делает пупу на меня. Кто?
Сова! Какая нафиг сова? Эти животные в Майнкрафте меня унижают, я не хочу играть. Ма, кто там тебя что унижает, Маш? Ты вообще... Да фу! Уйди! Фу, тут крипер! Ма, что там вообще... Да полный разбомбом тут происходит во всех смыслах. Меня бомбят и сбоку, и сверху, и снизу, и везде, короче. Ма, как это возможно? Ма, это как это возможно? Не знаю. Может быть, потому что ты не здесь, и тебе это... Вау, какой красивый рассвет. Ма, я его вижу, я потому что бегу тут. Где ты? Можешь идти сюда? Ты где? Я возле клумбы. Ма. Я... Бум! Блин! Ма! Где был вообще? Ма, я, короче, ма добывал ресурсы, ма. Смотри, как красиво, я перестаю дышать. Ма, звуки на минимум. Чтобы не мешать облака фиолетовая вода. Ма, смотри, как много цветов в моем стакане. Ма, что ты? Ма, ладно, пошли. Ой, ма, ты видела? Смотри, иди сюда. Ух ты, а ты кто? Смотри, ма, это... Вау! Ма, эти штуки за тобой ходили? Ну-ка давай. Вау! Они не ходили пока что за мной. О, ма, видишь? Изи. О, кто это такой? Плазма, ма. Эктоплазма. Отравила меня эта плазма. На, ма, эктоплазма. И чё, зачем? Вот так, ма, просто берешь, разбираешь. Ладно, ма, все, видишь. Это эктоплазма, как в этих... Охотники, да, запретили. Чисто ма, у которого нет... Это как это там. Плазма, как в этом. Знаете, у меня плохая память на имена и на названия. У меня, в принципе, плохая память, если на нет, у меня нормальная память, я хорошо запоминаю. Вы заметили, что... Музыку, что? Звуки. Звуки. Ладно, Ма, иди добывай, там траву поли, я скоро приду. Я, видишь, тебя от призрака спас. Ну и, о, тут какой-то домик на опушке заброшенный, ну-ка я схожу туда, может, что-нибудь интересное найду. Ма, сходи туда, сходи, Ма. Так, о, тут сундучок. Ух ты, два изумруда и картоха, и хлеб, и вообще прикольно так-то. Кусочек золота. Так, ладно, положу хлеб сюда. Стоп! Маш, Женя, а нормально, что Энтермен днем тут ходит? Тихо, друг мой. Мне кажется, он потерялся, отбился от стаи, и такое вообще возможно, он тут пялится на меня, не смущаюсь. Нет, ты как прошел? Ты как прошел? Ма, ну они же телепортируются, с Эндерменом, что ли, разговариваешь? А с кем? С тобой, что ли? Ма, ну... Ты вообще куда-то ушел, меня не слушаешь, не помогаешь. Тихо, Ма, Вася, что... тихо, три сердечка. Где он? Где? Стоп. Давай-ка мы с тобой договоримся, я возьму тебя... Вот, возьму вот эту железную штучку. Ты повернешься спиной ко мне? Да тихо, что меня услышат, погоди. Маша там уже делает. Повернись ко мне спиной. Да что ж ты делаешь, окаянный? Повернись спиной! Спиной! Да, и он меня не слышит. Обычный моб в Эндермен ходит тут. Шеш. Нет, только не ты. Ма, кто там? Нет, пожалуйста, иди отсюда. Ма, кто там? Фу, сгинь отсюда, окаянная. Фу! Чертовщина, пришла рыжая опять ко мне. Ма, Ма, что там у тебя постоянно приходит, когда я ухожу? Я не знаю. Вот это интересно, почему оно приходит, когда ты уходишь? Ма, что там у тебя вообще происходит? Так может ты вернешься и... Что это? Ух ты. Я какую-то штуку прикольную нашла, ты можешь прийти? Ма, сейчас приду, что там, Ма? Не могу попасть по ней, блин. Маша. Ма, я тут видел, как НЛО. Это НЛО, неопознанная летающая объедка. Иди сюда. Она клюет меня, эта объедка. Ма. Все, я не хочу. Фу, здесь еще углем накидано. Она подлетает ко мне и ломает дом. Фу! Ма, что там? Да я не... Я расстроюсь. А тут павук. Ма, кто? Все, у нас Майнкрафт, походу, забагался полностью. Ма, что там происходит опять? Это. Чего такого? Одна мелочь несущественная тут как бы летает. Ма, кто там? Ты ничего не видел, что ли? Нет, ма. Ты что тут прячешься? Ма, если ты прошел здесь, прям над ним. Ой, под ним. Над кем? Под ним, под...
Мо. Так, я... Май, а, опять началось. Ладно. Я позвоню Людочке. Алло, Людочка, да, здравствуйте. Да, ума опять приступ. Да, она видит того, что не существует. Да. Да, ты пьешь тебе таблетки? Нет. Ма, вот это очень плохо, что нет. Таблетки от шизы, как говорится. Нет, не пью я эти таблетки уже очень-очень недавно. Ма, что ты какая? Так, ладно. Ма, короче, что ты мне тут рассказываешь? Ма, какие-то драконы какие-то эти, ма. Я не знаю, чем тебе доказать. Я не знаю, может, скрин. Ма, доказательство, да, ма, доказательство. Давайте, ма, скрин. А если я сделаю скрин? Вот я скрин сейчас делаю. Вот, ма, а дату, а дату? А дату? Дату, дату, ма, дату. Ма, вот и все, нет у вас доказательств. Ма, короче, знаешь, что я тебе сейчас скажу? Да че? Сейчас я, ма, приду, вот так. Ой, тут шахта моя есть, все, я в шахту пошел. Ты куда пошел-то? Ума в шахту. Зачем тебе в шахту? Ума в шахту. Я сейчас буду здесь шахты копать. Все, ма... Ну, мы сейчас найдем, кстати, тут что-нибудь. Все, ма пошла копать. Так. Так, выключаем микрофон. Друзья, троллинг вообще идет на ура. Давай сейчас превратимся. О, смотрите. Короче, тут, походу, ничего нету, интересно. О, нет, я нашла железо. Много железа. Ма, офигенно. Вообще круто, погоди. Так, все, покопаем. Тут так-то реально залежи были. И... Ма, что ты там? Ма, ты не договорила, ма. А? Что там было-то дальше? Не, ничего, все нормально. Ма, ты точно? Вот сейчас не очень. Ой. Ой! Это ты поставил? Это ты TNT поставил, да? Ма, кого? Я там копаю в шахте, видишь, у меня каменный век, ма, это я в шахте копаю. Я вижу. Ма, что подожди, там? А ты не в моей шахте случайно? Ма, нет, не в твоей. Ма, что там? Тут скелет. Слушай, походу, я не знаю, может, мне пора принимать таблетки. Ма, что там у тебя вообще происходит? Я не знаю, тут был скелет с алмазным мечом. А теперь тут жабка! Которая, кстати, кидает в меня неопознанные летающие объедки. Ма, что там вообще происходит? Да меня опять унижают животные. Ма, почему животные такие плохие? Ма, я не знаю, спроси у них. Я считаю, что надо все уйти отсюда, с этого сервера. Ма! Опять происходит какая-то дичная дичь. Ма! Ма! Чё? Ты чё тут ходишь? О! Вот там она, пойдем, я тебе вскрою. Ма, вскрываем, короче. Я ее закрыла, я ее запечатала, она не могла вылезти. Отлично, ма, пойдем, все, и смотрим. Давай, ма, копай, ну-ка. Так, включай микрофон, смотрите, просто троллик на ура проходит. Включай микрофон. Ма, где она? Не знаю. Ма, ну я конечно, все понимаю. Ма, там, но этого, ма, я не понимаю. Не, подожди, тут даже она не могла выбраться. Ма, ну, видимо, выбралась. Да, в принципе, никто не мог выбраться, тут только один проход. Ма, вот именно, как говорится, один проход. Один выход и заход. Это выход или вход? Все, походу, реально пора пить. Изи! Ма, что там у тебя? Игра сломалась, я выхожу. Ма, что там у тебя? Ма, докладывай. Король, с этим... Ма. Что? Что там у тебя? Тут мобы сменяют друг друга. Ма, что там? Может быть, это какая-то фигня, типа, один моб превращается в другого? Ма, эволюция, что ли? Ма, у нас сегодня не такая серия. Нет, не эволюция. Какая серия, о чем ты? Ма. Какая серия, о чем ма, ты? Ма. Ах ты ж, ё-моё! Ма, спалил, ма, драт. Ну, всё! Единственный выход, какой я могу сделать, это вот этот. Ма! Затроллили опять. Короче, дорогие. Всё, вышла и ушла. Короче, дорогие. Ма, ушла и вышла. Всё. Короче, дорогие друзья. Юзер покинул чел, как говорится. Ма. Короче, дорогие друзья, это опять был троллик. Ну, ма, меня спалила, я сам спалился. Ну, в общем-то, вы все равно поставьте свой царский лайк. Жмякайте колокольчик, подписку. Скидывайте, друзья, вы все. Пока-пока! Всем пока-пока!